В Московском областном центре охраны материнства и детства родилась тройня. Счастливыми многодетными родителями стали супруги Романова из Раменского. Первый месяц жизни малыши провели под наблюдением врачей. А теперь вместе с мамой выписались домой. Поздравить многодетных родителей приехал глава округа Владимир Ружицкий. Марии Романовой не хватает рук, чтобы сразу обнять всех своих малышей. На помощь приходит муж. Это тот случай, когда желание исполнилось с лихвой. Супруги всегда мечтали стать родителями двойняшек, но на плановом УЗИ Мария узнала, что носит под сердцем сразу троих. Было счастье. Когда мужа сообщил, он тоже очень обрадовался. Все очень так позитивно было. Даже никакого ни шока, ничего такого не было. Просто радость от того, что у нас скоро будет трое деток. Ксения, Артем и Даниил Романовы появились на свет 24 октября, но кроватки в детской им еще предстоит обжить. Малыши родились маловесными, поэтому на первое время их комнатой стала больничная палата. Окрепнуть малышам помогли врачи Центра охраны материнства и детства, который специализируется на многоплодной беременности и преждевременных родах. Не так сложно род разрешить этих женщин, как сложно выходить этих деток. Поэтому процесс выхаживания в центре у нас на самом высоком уровне. Сегодня эти детки в совершенно нормальном состоянии. Они совершенно хорошие детки. Все органы системы работы у них отлично. Я думаю, что они вырастут здоровенькими детками на радость папе и маме. Многоплодная беременность – явление редкое, но не в этот год. Малыши Романовы – вторая тройня, которая родилась в Центре охраны материнства и детства. Здесь же появились на свет более 70 двойняшек. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.